А теперь о происшествиях. 2 октября утром в Славянском районе произошла крупная авария со столкновением сразу 4 транспортных средств. Трагедия произошла примерно в половину 9 утра на участке дороги в обход станицы Анастасиевской. В аварию попали сразу 4 автомобиля, 3 легковых и 1 грузовой. В результате столкновения один человек погиб на месте происшествия, остальные участники дорожного движения практически не пострадали. К моменту приезда на место аварии нашей съемочной группы там уже работали сотрудники ГИБДД и Славянской роты ДПС, а также представители МЧС и пожарной службы. Причины ДТП в настоящее время выясняются. В настоящее время проводится проверка виновности, роль каждого из участников дорожно-транспортного происшествия будет устанавливать, конечно, следствие. Но в свою очередь хотелось бы в очередной раз обратиться ко всем участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения и мер безопасности при управлении транспортными средствами. Напомним, только за сентябрь этого года в Славянском районе произошло 130 дорожно-транспортных происшествий. 11 из них – это аварии, в которых погибли или пострадали люди. За месяц трагедии на дорогах унесли 7 жизней, а 8 человек получили ранения различной степени тяжести.